Институт бизнеса и дизайна снова у нас команда. У нас авторы присутствуют? Вот, давайте. Сейчас автор там расскажет что-нибудь. Только поближе сюда. Скажите, пожалуйста, про идею. Как вас зовут сначала? Настя. Настя. Анастасия Егорова. Бизнес и дизайн. Идея заключалась в том, что у нас была территория воды, и мы взяли за идею молекулы воды, если смотреть сверху. И объект мы выполнили из найденных материалов в парке. Все коротко и ясно. Спасибо. Вот, второй объект спроектировала команда Мархи. Значит, объект называется «Следы», тоже из найденных материалов. У них вообще очень много всяких лестниц было, но поскольку сейчас сложно заниматься этими объектами, вот, одна из лестниц, которая победила, взяла первое место, лестница «Лодка», будет, скорее всего, реализована в следующем году, весной, вот, мы надеемся. Вот этот объект «Следы» должен был символизировать такую простую русскую технологию, русское деревянное зодчество, северные дома, когда просто из бревен делались долбленки такие, выпиливали и их укладывали на рельефе. Вот. То же самое, просто из одного бревна можно сделать лестницу буквально под ступенок просто. Вот. Ну, а эта лестница, она как бы скорее идеологическое значение имеет. Конечно, в основном, ну, как бы есть нормальные лестницы, которые можно использовать более безопасно. Здесь тоже нужно еще, наверное, может быть, рождение, может, не нужно. В общем, тоже есть второй объект у нас. Вот. Теперь давайте возвращаться обратно. У нас на выходе еще раз посмотрим небо на земле. И на выходе есть еще один объект.